Привет. Представься, как тебя зовут и откуда ты приехала, где ты живешь? Добрый день всем. Меня зовут Аня, и я приехала из Италии специально на ретрит Светлане Лавровой. С ней познакомилась по Ютубу, встретилась на пранаслете в Москве. Потом побывала в Москве в Белых облаках на медитации. Мне все очень понравилось, как общается с людьми Светлана, как она отвечает на их запрос. Понравилась очень медитация, так я расслабилась, собралась в то же время. И вот через этот маленький опыт мне захотелось приехать на более глубокую проработку. Это замечательно. А если бы ты описывала какими-то там двумя словами впечатление от Светланы, какие-то, возможно, ее проявления или качества, за которыми ты пошла, вот то, что тебя зацепило в ней, что бы ты могла сказать? Ну, это конструктивный подход, необычный взгляд на жизнь, то есть какая-то переработка мировоззрения, и оно так взбадривает и тебя направляет посмотреть в совсем другую сторону, как ты смотришь на свою ситуацию. Ну, а что ты посмотрела, на что ты посмотрела с другой стороны за время ретрита вот сейчас в Сочи? Да, у меня таких два инсайта. Один, что вот когда мы за что-то платим, за какой-то курс, за какое-то обучение, мы всегда думаем, взвешиваем, стоит, не стоит. И, ну, якобы всегда идея, что в себя это самое главное вложение, в свой личный рост. И вот это зрение, что насколько ты вложишься, настолько ты и готов взять. То есть ты как сам оцениваешь, насколько ты можешь взять знания. Если ты вложишься немного, как бы ты это не ценишь и возьмешь меньше. Насколько вложишься, столько возьмешь. Что это твоя энергоемкость, да? Да, именно ты создатель твоего знания, твоего прогресса. Ты оцениваешь не тот человек, который выставляет цену, а ты оцениваешь, особенно когда в донейшн, вот это именно игра, сколько ты можешь дать этому человеку, насколько ты ценишь его труд, настолько ты можешь взять, потому что ты оценила это. А второй инсайт, что вот хочется, например, ты видишь несколько дел, я в этом могу развиться, в этом. И вот не знаешь, где тебе заземлиться, и потому что ты боишься что-то потерять. Вот именно для меня какая проработка была. И Светлана мне помогла увидеть, что не важно торопиться, главное быть в одном процессе и в нем погрузиться, вот это погружение, глубина. Ты можешь и здесь погрузиться, и здесь. Не надо торопиться, ты погрузишься, все узнаешь, все разработаешь, а потом у тебя будет и другой этап. Поэтому жизнь, как сказать, с перспективы ты ничего не теряешь. А у меня такое было чувство, что если здесь погружусь, я что-то другое потеряю. И она мне очень легко это объяснила. И вот я в практике буду стараться это реализовать. И вот это новое осознание у меня. Я сегодня приготовила небольшое развлечение, но, конечно же, оно со смыслом, как же иначе. Я предлагаю взять тебе блокнот, вот он там слева от тебя, маркер, да, черный маркер там есть. Если бы ты могла одним словом описать этот ретрит для тебя, какое бы это было слово? Напиши, пожалуйста, вот на листе, достаточно крупно, чтобы мы могли показать на камеру, что для тебя этот ретрит одним словом? Какое слово первое приходит, чтобы отобразить то, что здесь с тобой происходит, происходило? Я могу орфографическую ошибку. Мы не смутимся, я думаю, мы сможем почитать. Поближе, поближе. Прозрение. Прозрение. Прекрасно. Слушай, это... Правильно написал? Да, абсолютно правильно, абсолютно без ошибок. Ты давно на русском не пишешь, да? Ну, я как, я его не использую часто, но иногда использую, и мне иногда такое есть сомнение, так или не так.
Расскажи, как для тебя прошли практики с бубном? Были две медитации, эти глубокие, с медитацией Светланы. Ну, с бубном мне уже понравилось, когда мы были в Москве, в белых облаках. Да, да. Именно вот эта легкость, что Стан говорит, выходим из тела, гуляем, летаем, создаем наше идею будущее, что а так можно. То есть мы это проживаем в какой-то жизни, но не так неосознанно, что это на самом деле это мы куда-то пошли, вышли, полетали. Вот, для меня вообще, в принципе, расслабиться несложно. Ну и вот этот вот бубен, он как бы вот в этом расслабленном состоянии, но помогает тебе собраться еще, какой-то вот импут идет, энергия. И поэтому они такие мощные практики, что мы потом все заснули. Я даже проснулась, забыла сумочку. Утром ее искала, но тут в таком пространстве никто ничего не пропадает. В том смысле, что ты прямо уходишь из реальности вот в этот целостный мир. Вот это ощущение всей глобальности и расслабления. Это первая медитация. А вторая медитация – очень очищение крови. Я очень легко себя чувствовала, что как будто вот груз какой-то ушел и энергии больше. И интересный такой инсайт, что я как бы считывала информацию тут тоже немножко. Я когда пришла, ребята, говорю, а давайте все головами в круг ляжем, а это они уже решили. Это мне такое, о, я уже телепатирую. То есть ты предложила ребятам разместиться вот в эту форму, да? А это уже было решено. А это уже было решено. Такая синхронистичность, интересная. И так уже у меня случилось на гвоздях, когда Ирина меня ставила на гвоздях, и она говорит, смотри, что ты видишь, вот тут у тебя идет коммуникация своей планеты через вот этот третий глаз. И я увидела желтый и зеленоватый цвет, и она мне говорит, у тебя тут желтый, зеленый цвет. Я говорю, о, знаешь, я богиня! У меня тоже было несколько раз, когда я предвосхищала в ощущениях то, куда вели меня в медитации. Я вот тоже делилась прямо конкретно на этом ретрите несколько раз, что я чувствую, а мне потом говорят, а сейчас вот этот вот какой-то этап или направляют внимание. И я прям удивлялась, что ощущения в теле, они быстрее это считывают, чем слова, которыми мы друг другу это передаем. Это было удивительное впечатление. Да, мы вообще с какой-то энергетикой необычной. У меня особенно кровать, она мне смотрит на море с высока. Мне кажется, я лечу на этом на ковре самобранки или каком-то. Классное место энергетическое. Мы с тобой затронули вот практики Ирины на гвоздях. На гвоздях она ставит на гвозди. Расскажи еще поподробнее про свои впечатления, как для тебя вот было внутри эту практику проходить, как Ирина тебе, вот ее роль в этом процессе. Ирина, да, классная, она такой проводник, она тебе помогает почувствовать энергию, объяснять, что происходит с твоим телом. В принципе, ты сам чувствуешь, как вот она начинает жжение, и поднимается вот эта энергетика, но она своим голосом, своей энергией помогает тебе понять про флюиды, вот как чтобы она перемещалась более гармонично. И то, что мы делали в открытом пространстве, и Ирина сказала, выбери место, где тебе лучше, это тоже все играет роль. Потому что я когда делала в закрытом пространстве, это было не так патентно, не так мощно, да. А вот тут прямо было мощно, и совсем было несложно на них стоять. И Ирина, конечно, она помогает тебе соединиться, объяснить это. Это идет вот энергообмен, твой энергия, твоя взаимодействие с землей, с гвоздями, с небом. И плюс Ирина, как проводник, она тебе ее помогает почувствовать. И вот подготовка, что мы подготовились, там написали, с чем мы будем работать, и вот это образное представление, что вот эти вот там что-то на голове, какое-то там в горле, вот что нам мешает, какие блоки, мы уже знаем, с этой целью идем, их все снимаем, прорабатываем. И вот она мне сделала, сказала, что у тебя было много всего накоплено, но энергия, она так потихонечку начала функционировать, и все, убрались эти блоки.
и на самом деле чувствуешь вот этот вот результат, что ты более очищенный, более сильный. И у меня потом было жжение в груди, такое жжение, что энергия поднялась, и она распространилась, тут пульсировала такое. То есть это все ощущается. И не сказать, что это что-то такое наисильнейшее, но это достаточно чувствительно для организма и достаточно комфортно и мягко. Вот. Как для тебя прошла игра «Радуга», которую также ведет Ирина Дмитриева? Окей. Да, игра очень завораживающая. Твою любознательность, очень разные грани рассматривает, тонкости. И что играем все вместе, кто-то прорабатывает один вопрос, кто-то другой. Это все в твою копилочку знаний, все в твою копилочку опыта. Поэтому это очень такой эффективный инструмент, чтобы проработать именно твои какие-то моменты и других людей. И их там очень много, вот на этой карте, всякие разные особенности, там контакты, еще что-то. Составляющие, психические, да? Да. И поэтому они всем нам нужны, мы на опыте других учимся, на своем опыте учимся. То есть это обогащающий инструмент. А насколько, ну вот ты могла бы так сейчас оценить, вот насколько ты в своем запросе продвинулась или получила какие-то инсайты, перекидывая эти кубики, двигаясь, открывая, вот двигаясь по игре, открывая карту за картой, да, вот новые вот эти грани в своем пути, в своем запросе. Ну, вот, скажем, еще идет осмысление, потому что она такая глобальная, как бы хорошо еще ее вот и раз проработать, потому что она такое, как сказать, емкое, там все вот эти понятия. И вот если главный инсайт, ну, вот их несколько, они не такие вот прямо эфиричные, но их несколько, как бы я их зафиксировала. И буду их прорабатывать. И, то есть у меня еще в процессе перерабатывания. Надо бы над этим подумать, вспомнить. И так, ну, много интересных моментов. Я приготовила сегодня к интервью карты Ирины из ее другой большой игры «Мой мир». В нее мы на ретрите не играем, потому что это очень такой глобальный процесс. Вот. Но эти карты, они помогают нам осознать какие-то вещи точечно. Вот я предлагаю взять тебе одну карту в качестве напутствия. Напутствие с ретрита, с этого ретрита. И очень интересно, если ты прочитаешь и поделишься, насколько это коррелируется с тем, что ты могла бы сама себе напутствовать. Вот я произнесла контакт, я его выняла. Правда? Я не помнила, что да, надо да. проработать. Сейчас посмотрим. Напоминание тебе прям сверху. Когда мы двигаемся к самому себе, у нас появляется возможность слышать себя, свой внутренний голос, свою интуицию. Обращаем внимание внутрь себя, на свои ощущения. Мы налаживаем контакт с собой. Вот у меня это я не помнила. Контакт с кем? С кем? С кем, собой? С кем контакт поднимать? А, с собой! Отлично! И можем видеть наш правильный ориентир. Это наш внутренний компас, внутреннее обаяние, когда мы слышим голос нашего высшего «Я». Мы получаем подсказки и все ответы, ведь наша душа точно знает, куда идти. Да, вот мы часто, как сказать, не доверяем себе, вот это вот какими-то живем социальными установками, программами, и не всегда просто себя услышать и жить сердцем, отключить голову и жить сердцем.
И, может быть, это не во всех моментах возможно, но это я вот мое понимание на данный момент, потому что я как бы в социуме достаточно участвую в социальных программах. Но я хочу, чтобы это было поменьше, побольше слышать себя и делать, что мне хочется тут именно от нового мировоззрения, ощущения, от моих чувств. Например, я долго не ездила в Россию, потому что дома была сосредоточена, что я должна там вот это то-то выполнять, и что мне не до этого. А сейчас у меня такое прозрение, что мне нужно для себя, для моего ощущения, я хочу ездить чаще в Россию, участвовать в ретритах, потому что чувствую, что здесь идет возрождение, идет энергетика. Я даже хочу итальянцев, мужа привезти, дочь, маму, друзей. Они очень хотят поехать на весну и как-то попереводить их, тут поддержать. И вот такая программа есть. Потом итальянцев на ретрите в Сочи. Наладить трансфер итальянцев в Сочи. Рукав трансгалактика. Вот ты видишь, ну рукав поставишь. Мост. Да. Потому что они там тоже завидают. Есть люди, которые они не могут найти. Потому что все равно окружение, оно потенцирует. Они проснулись, им хочется куда-то поехать и набраться энергии, знания, умения. И они не знают, куда. И вот мы будем проводниками их раскрывать, и сами в этот момент раскрываемся, потому что мы все время социальные существа, и мы между собой общаемся, себя подсвечиваем, что у нас какие-то инсайты, и людям, вот у меня даже, я как врач, мне приходят пациенты, и они мне очень много дают. Я им тоже стараюсь дать, но иногда они даже мне дают такие инсайты, даже это будет мелочь, какой-нибудь рецепт, какой-нибудь, как они видят мир, какого-нибудь специалиста. Это все в копилочку обогащает вот это вот общение, оно, конечно, не вместо рублей, а вместо друзей. Это очень классно так жить. Анна, я тебя очень благодарю за твою сверкающую, эту прекрасную открытую энергию. Я очень рада, что мы продолжаем наше путешествие, едем в поляну, там будут новые отзывы, ребят, мы обязательно с вами поделимся. Всем спасибо и до новых встреч! Приезжайте!